Добро пожаловать в игрушку под названием Клон Армии. У нас челлендж Last Stand, последний бой. Ну что ж, приятного всем просмотра, постараемся победить. Надеюсь, у нас получится. Не забудь про лайк и подписочку. Так, с правой стороны будут нападать клоны. Нам нужно будет продержаться не менее 4 минут. Давайте попробуем. Это все клоны, которые нам доступны. Хорошо бы взять, допустим, гиганта, а за него рейнджера. Либо же медика. Слушай, кстати, хорошая идея. Давайте попробуем наспамнить медиков. Мне кажется, будет здорово. Так, ладно. Возможно, вначале нам понадобится дефендер. Кстати, да. Почему бы и нет? Так, нам 300 дадут, да? Следующий матч будет 300. Или подэкономим. Или подэкономим, и у нас будет уже аптекарь. Если я 150 потрачу, у нас будет 350, тоже не хватит. Ладно, давайте возьмем команда. Попробуем взять команда. Пойдем вперед, потом еще назад вернемся. Так, неплохо, неплохо. Блин, хорошая идейка. Но одного я убил. Здоровяка. Это очень здорово. Теперь можно брать медика. Так, можем заранее, в принципе, стоять. Давайте здесь будем стоять. Потом бросим аптечку. Так, неплохо. Так, хиляемся. Аптека заканчивается. Слушай, ну мы держимся, по-моему, тактика с лекарем довольно-таки неплохо работает. Так, отлично. Так, назад, 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 назад. Можем больше заработать. А не, мы больше не можем заработать. То есть тут... тут получается фиксированная цена, да? Окей, хорошо. Берем 5 метика. Только аптеку мы поставим попозже. Сейчас будет, по идее, нам проще. Аптеку уже бросили. Он держится как может. Можно, в принципе, подальше отступить. Так, давай подальше отступим. Дошел все-таки. Все-таки он дошел. Так, это уже плохо, это уже плохо. Ну, продолжаем, наверное, использовать медиков. Надо что-то со здоровяком сделать. Можем выйти наперед. В принципе, пока что мы справляемся. А если интересно вот здесь ждать? Так, нам бы заранее начать его уже убивать. Так, отступаем, отступаем, отступаем. Блин, он просто разнес всех нас. Так, окей. Это не просто, это нелегко. Так, еще у нас будут две попытки.
принципе, потом нам хватит на рейнджера. Как раз таки хватит на рейнджера. Я думаю, мы должны победить. Также можно выйти вперед. Самое интересное, он будет впереди. Так, нам надо отбиться от здоровяка. Пишите вашу лучшую тактику, ребят. Блин, меня убили! Меня убили! Ё-моё, кстати, я мог по... Блин, я мог побольше, подольше продержаться. Меня, к сожалению, убили. Так, ладно, но это довольно-таки медленный клон. В принципе, нам главное отступить вовремя. Назад. Я могу заранее его убить. Отступаем, отступаем. Так, ну я думаю, сейчас должны справиться с ним. Так. Заветный хил. Надо выйти немножко вперед. Так, киляемся. Кажется, все, кажется, все, это конец. 6 минут продержались. Так, но могли бы лучше. В любом случае, мы забираем награду. Наша цель — это забрать награду. Отлично. Так, 58. Огнемет. Скоро накоплю 10 тысяч, можно будет на что-нибудь потратить. Так, ну а теперь давайте попробуем мультиплеер что-нибудь собрать. Так, у нас капсулы... Капсулы у нас открываются. Так, давайте посмотрим. Можем выбрать какую-нибудь карту. Кстати, мы вот на этой карте давно не играли. Можно будет сюда что-нибудь поставить. Я помню, была раньше тактика. Наверху у нас стоял вот этот брут-здоровяк. Так, здесь можем поставить вот такую вот штучку. Будем обороняться, да? А сзади, 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 сзади. Можем вот так сделать. Да, будет такая оборона. Тут пистолетчик. Ну что ж, попробуем. Типа, если совсем все будет плохо, у нас тут есть лазер. Единственное, поверху могут идти. Но тут у нас пистолетчик. А, тут у нас пистолетчик с турелькой. Можно будет турельку еще наверх поставить. Давайте попробуем. Я не знаю, это не очень эффективная база, но все же хочется что-нибудь новое для разнообразия. Подобрали нам соперника. Ну что ж, готовы сражаться. Будем начинать с левой стороны. О, мне нравится данная с лифтом карта. Попробуем победить. Слушай, ну их тут будет много, а лазер у меня далеко. Вот, это, конечно, проблемка. Это, конечно, большая проблемка. Нам бы хорошо медика взять. Давайте возьмем Рокки, кстати, в начале. Он будет хотя бы прыгать. Нам хватит как раз на Рокки. Так, мы сейчас отобьемся и потом, наверное, прыгнем.
Так, отбивайся, отбивайся. Так, вроде неплохо отбиваемся. Так, время захвата, и нам тут по-любому, наверное, понадобится медик. Это будет, наверное, это будет очень сложное для меня испытание. Потому что две клон-машины, это очень сложно. Если я выиграю, это по-любому надо лайк поставить под видео, ребят. Это максимально сложно. Так, рановато. Еще даже одного убил. Так, ну неплохо, вроде бы неплохо. Так, стоит ли взять медика? Давайте ганнера возьмем, кстати. Давайте возьмем. Постоянно стреляет. Может попробовать захватить следующую позицию. Так, тут надо лекаря будет. Так, окей. Сейчас, наверное, реально лекаря сюда надо будет привести, и он будет уже его хилять. И мы еще одну точку захватим. Так, главное не торопиться, не стоит торопиться. Так, отлично, держим строй, держим строй. Так, по-моему, неплохо, не дурно. Мы можем сейчас, в принципе, взять, допустим, гренадера. Но они, кстати, они чуть не уничтожили здоровяка моего. Я боюсь, что могут уничтожить. Надо немножко помочь. Так, неплохо, неплохо. Так, можно пробовать вперед пойти. Так, ну сколько сумел, столько сумел. А, можно сейчас что-нибудь получше взять, кого-нибудь получше. Допустим, давайте страйкера. Так, у нас захват, да? Джетпак взять, не знаю. Давайте страйкера попробуем. Но ситуация очень опасна, надо бы захватить нам позицию. Так, килл неплохо нам помог.
Там еще вертолет будет. Так, фуф. Ебало, сейчас меня убьют. Боялся, что убьют сейчас. Так, все, у нас есть джип. Слишком далеко, слишком далеко. Тысяча 200. Кстати, можем, в принципе, попробовать напасть, да? Возьмем, допустим, бастера. Давайте возьмем бастера, попробуем напасть. Быстро выпустили отряд. Ребят, помогите, помогите! А, меня рассыпали. Меня рассыпали, я ждал помощи. Я так ждал помощи. Так, ну мы захватили его позицию. Я думаю, можно взять и сделать тонкую работу. Не знаю, джетпака. И ладно, давайте возьмем рейнджера. Думаю, мы тут уже должны победить. А, ну, сложно против двух клон-машин играть. Но он держится как может. Я нападаю. Это хороший результат. Блин, я хотел вертолет убить. Уничтожить. Чего? Можно 4 сделать? Ёлки-палки. Можно захватить 4 джипа. Это будет очень круто. 3 джипа у нас будут наступать, получается. 3 джипа будут наступать, и четвертый. Четвертый будет добивать. А все, мы уничтожили. В принципе. В принципе, я думаю, это победа. Ладно, так тоже хорошо. Ну, было непросто с такой базой сражаться, но все-таки мы победили, молодцы. Тут главное правильная тактика, выбрать правильную тактику. Так, ну что, ребятки, на этом будем прощаться. Спасибо за просмотр, с вами был канал Дар Риди. Не забывайте про лайки, про комментарии, это все очень круто помогает. Увидимся в новой серии, всем пока. Единственное, давайте заберем награду. Уф, 150, отлично. Потихонечку выполняем, справляемся. До новых встреч. Не забудь подписаться на канал Дар Риди. Это очень важно.